Мальчишки и девчонки, а точнее мои зрители, могли видеть по моим прошлым видосам. Я в этом лагере, который называется общага. Это мое приветствие. Не один. Здрасте. С раковиной. Ваня, отойди, вон раковина. Вон там Миша валяется. Гойки, кстати. 18+. Я буду выпускать 21 день такие ролики. И комментировать, что произошло за день. Давайте начнем с танцев. Сегодня мы потанцевали. Мои родители, конечно, похвалили меня, что вожатые им отправили видосы. Мероприятия, конечно, были скучноватые. Дети какие-то туповатые. Ну, нас просят строиться, они не строятся. Каждый день приходится полчаса с ними общаться. Я просто сижу такой. А еще к Стёме пристает одна сосочка. Сосок. Ну, сосок это вот это. Ваня, это мои родители смотрят. Короче. Будет блог вести здесь 21 день. Каждый день. Мероприятия сегодня были, ну, скучновато. Вчера вообще там одно мероприятие, это просто полчаса строится в круг. И все. Молодцы. А еще у нас есть раздолбай, которого мы любим бить. Угу. И он Мишу побил немножко. Короче, Миша сегодня ели вкусную еду. Вы не подумайте, что если тут комната говно, то еда говно. Тут еда не говно. Сегодня самое интересное. Ко мне пристала девочка. Она хотела от меня любви. Говорила, что типа, ты мужик, значит, должен меня защищать. Мой мужик, иди ко мне. Хорошо, мой, иди сюда. Пощупаю тебя, иди ко мне. Вот он ты, вот он. Ну, она выглядела такой сильной девчонкой, хотя говорила, что я защитник, и она против раздолбая не могла справиться. Да, раздолбай — это такой щупленький, борзый пацанчик, который утверждает, что ему 11. Хотя вот мне, пухляшу, 11, а ему нет. Я старше Вани, если что. Это Ваня. Короче, она сегодня... И хаги-ваги. Вот он, вот он, вот он, хаги-ваги. Она постоянно ко мне подходила, брала меня за руку, я уже не знала, что с ней делать. Она вроде хорошая, дружит с нами, и с мармеладками. Была самым первым лучшим другом. Ну, подругой. Алина. И она мне напрямую сказала... Короче, она подкатывает к Стёпе. Она даже не подкатывает, она даже меня спрашивала, типа, Стёпа, может быть, мы с тобой... свидание устроим детское. Просто она порно пересмотрела. Реально, она говорила, что в детстве она смотрела... Ну, Ваня уже сказал. Это мои родители смотрят, ты понимаешь? Но мы же сейчас не прямой эфир ведем. И что? Они мои видео смотрят. Вырежешь потом, хорошо? Нет, я не смогу. Так, ну, напрямую скажем. Порно смотрела в детстве. С маминого телефона. Она, как она мне сама сказала. Ну и, видимо, ее вообще там понесло. Так, сейчас будет контент. Варим контент. Миша голенький лежит. Короче, подмышки вот это. Так, я вчера был в душ. Душ там вообще классный, как в качалке. Ну, в качалке душ, знаете, типа там между мужиком и мужиком одна стена. Ну, понимаете, о чем я. Ну, опять же, тюремные шуточки. Если упадет мыло, то ты становишься местным посмешищем. Если оно укатится из ванной. Так, что я имею с собой? Дробовик. От Вузвуден. Это не реклама, но охуенно. О, видай. Он качается. Кто напишет в комментариях, как мне от этого избавиться? Видите, он качается. Сфига. Я сделал все по инструкции, пересмотрел тот видос 3 раза. Или 2. 3 раза. Еще я взял с собой скорпион. Или скорпион, мне пофиг. И раскладушку из КСГО. Я в сам раскрашу. Могли увидеть в лайке. Обзор на него делал. Очки. Я тут думаю, что меня уважают. Потому что никто типа не был, типа, Стёпа, смотрите, будет. Ко мне все общаются, ну,
Степашка, помоги с делом. Особенно раздолбай, который борзый, блин. Нас слышно, тут стены картонные. И который говорит, блин, ты чё? Отстань от меня, дурак. Еды у меня постоянно достаточно. Вы могли видеть мой рум-тур. И вы знаете, что это за место. Лагерь. Сиди, подсниму коридор. Я его сейчас подсниму. Вот. Я никаких игрушек не взял, потому что... Почему я их не взял? Скоро мы будем ходить в бассейн. Вожатые сказали, что то, что мы не знаем, они тоже не знают. Ну, то есть, они не знают, когда будет бассейн. Я хочу бассейн. Хочу искупаться. Мероприятие тут кринжово. Сегодня будет дискотека. Дискотека. Че? Вань, есть что рассказать? Есть чем поделиться? Да, есть. Давай, только не громко. К Стёпе подкатывает тёлка, который нет, его про себя. Любит. Про себя. Нет, а ты знаешь, как приходит к тебе накачанная девушка и говорит? Взял меня за руку, люби меня! Люби! Она не спросила, она просто берет меня за руку и говорит, не мешай нам залипаться любовью, Ваня. Любовь. Моркалась. Есть чем тебе поделиться за день? Да не, только хавчик вкусный. Так что, друзья, деньги, мотивация деньги не дает. Просто подпишитесь. Просто. Чтобы я продолжала это снимать. Ради пупуистика. Я каждый день буду снимать. Ради пупуистика. Потому что телефон даю только на тихом часу и вечером, чтобы с мамкой пообщаться. Ради пупуистика. Да, ради пушистика. Подпишитесь и лайк поставь. Не то тебя найду. А еще у меня есть такая книга. Хоббит. Хоббит. Миша, я к тебе плохие новости. Так, что тут приблизить нельзя? Ладно. А что, есть чем поделиться тебе, Ваня? Не. Нет? У меня есть чем поделиться. Чем? То, что у меня сегодня вчера новый фингал под глазом. Кстати, у Миши новый фингал под глазом. Угадайте, кто его сделал? Почему у меня язык зеленый? У тебя? Я держу. Ну, в принципе, все. Давайте. Давай. Не, поехали. Смотри. Банкеда.